4-й день форума. Альфа-банк продолжает удивлять своих клиентов. И мы третий город в этом году, в котором проводится вот эта замечательная неделя Альфа-бизнес-вик. Присутствовал на 4-м дне Business Week от Альфа-банка. Очень профессионально все организовано. На мой взгляд, эксперты были идеально подобраны к данному мероприятию. От них можно было подчеркнуть много полезной информации, которую доводили до нас, как до предпринимателей, четко, доступно, понятно. Альфа-банк проводит такие мастер-классы разносторонние, может быть, где-то даже не относящиеся к сфере бизнеса и банковского обслуживания. Это было удивительно, это было необычно. Мне в целом понравился этот деловой форум Альфа Бизнес Вик, где нас собрали по интересам. Альфа-банк – это всегда позитивно. И вообще такие корпоративные события, они сближают людей. И я думаю, что правильная политика, потому что они становятся более прочно привязаны к банку, к его культуре корпоративной, пропитываются какими-то идеями Альфа-банка. Я думаю, это прекрасная тема, которую Альфа-банк ввел. Я была очень рада увидеть такое большое количество гостей, это в первую очередь. Я была рада видеть на их лицах заинтересованность. Я думаю, что моя сегодняшняя лекция и вообще мероприятие было очень полезно для иркутян. Мы вставили патроны, сложили оружие, наша стойка доказала. На сегодняшнем 4-м дне Альфа Бизнес Уик я был приглашен в качестве эксперта, и тема затрагивалась именно оружие, философия жизни. Это возможность встретиться с новыми лицами, тех людей, которых я еще не видел в своем окружении. Мне было очень приятно. Более 140 гостей пришли на данное мероприятие, и уже сразу после его окончания мы получили множество положительной обратной связи. Каждый для себя нашел что-то интересное, что-то полезное, что-то важное, что он привнесет в свою личную жизнь или в свою рабочую жизнь. Спасибо большое за то, что пришли сегодня к нам. Альфа-банк.